Рыболовная банда. Всем привет, друзья. Ну что, буквально вчера я вернулся из почти 12-дневного путешествия. Из Москвы, из Пекина, фабрики, заводы, встречи. А сегодня уже еду на водоем Золотой берег, где сегодня проходит лютая мега-заруба по классической фидерной ловле. В этом году пацаны, конечно, побоявшись моего сильного выступления, назначили даты так, что не получается мне принять участие, потому что только вчера прилетел. Ни тренировок, ничего не смог провести. Но поеду их потроллю немножко, поснимаю, поделаю репортаж, покажу, как это происходит. Водоем Золотой берег, очень интересный, красивый спортивный водоем, где много больших карасей, больших лещей, ну вообще в целом большой рыбы. Густеры, плотвы, карась, лещ, верезуб, мелкие карпы. Ну карпы, кстати, по-моему, не в зачет сегодня. Ну, думаю, что рыбалка будет очень интересная, крупная рыба. Уловы какие будут, не знаю, но думаю, будут хорошие, потому что на тренировках много ловили. Погодка прекрасная, в Краснодаре плюс 7, обещаю днем до 12 градусов. Поэтому буду снимать, вести репортаж и показывать вам все прелести прекрасного весеннего фидера. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь, колокольчики, короче, вы знаете. Поехали, уже подъезжаем к водоему. Сейчас будем брать всякие разные интервью и показывать вам мощную мега-зарубу поддонной ловли. Что мы наблюдаем? Два принципиальных соперника схлестнули свои шпаги в одном секторе. Здравствуйте. Всем привет. Артемий, привет. Привет. Здравствуйте. Итак, Артем Камалев, кто не знает, чемпион России, многократный победитель, призер многократных соревнований. Ага, обижаешь Михаила Ивановича, признавайся? Ну, пока да. Да? 4-0 пока. 4-0. Кабаны, ну, лещи? Два вот таких подлещика и два карася. Больше не густо, не густо. Ну да. Ну я сейчас приехал, сейчас начнет клевать. Ну, надеемся. Зато таблички какие мощные. 18, 13. А Михаил Иванович читер, да? Выдвинулся вперед сразу. Михаил Иванович. Привет. Санчес. Ну как ты? Михаил. Подожди, сейчас мы тебе повесим микрофончик. Будешь нам рассказывать страту. Ненавижу Ковалева Артема. Ненавижу. Я думал, он из рыболовской банды. Рыбацкой банды. Думал, приличный человек, нормальный же общались, да? Нет, он ненормальный. 4-0. Но он читер, ушел метров 20 дальше и ловит. Вот, ловит, подлавливает. На нормальных дистанциях не хочет. Но. Ой-ой-ой. А что, карпа, кстати, не в зачет? Карпа не в зачет. А это тоже за слабая позиция. За слабая позиция. Это. Ну-ка, дай-ка заценить. Чистый мед. Чистый мед. Ферментированный чистый мотыль. Чистый мед. За час ни одного обсоса. Потому что надо было червя ферментировать. На карася, а не мотыль. Но на живого каждый может. А вы попробуйте на ферментированного половить. Это да. Ждем. 40 метров. Точка. Все читеры ушли далеко туда, в русло, холодно. Ага. Подлавливают там рыб. А у нас должна быть сознательная, доминирующая тактика. Точка. 40 метров. И вторую 25 мотыль. Ставь. 25 вторую. Вторая здесь под ногами 15. 15. Ждем выхода карася. И будем с доминацией. Но пока... Максимус Великий, возвращение короля Шинджи. У него где-то уже карасей 8. Ничего себе. Вон он сидит. Сейчас номер один всероссийских соревнований Артемий. 4. Сидит, глянь, дубинит. Сидит, ждет, хитро ловит. Да, я думал, тут будут тымпить. Тымпит. 30 секунд перезаброс. Ну, а мега-чемпионы. Ну, это фора, да? Фора. Пока в нулях. Ну, где-то с середины тура как бы мы начинаем ловить, правильно? Да, первый час здесь вообще такой, на раскачке. Одна надежда, что рыба придет, встанет, и будут массовые поклевки. Я на рыбалке забросе. Был, когда Михаил Иванович, когда 3 недели назад. Просто там сразу 5 поклевок карпа с точки. Тух-тух-тух. Да. Ну, было тепло. Да. Только сейчас нормально вроде, еще плюс 7. Ну, что в Китае, расскажи. В Китае. Ой. В Китай хорошо. Оставил юани, надо ехать еще раз. Не, чем первое впечатление? Ты был на китайской выставке и на нашей, московской. В чем разница основная? Ну, выставки-то похожи. Разница в том, что там производители выставляются, а у нас в основном
В основном... Торгаши? Да. Во многом. Но есть, конечно, производители, но все равно. Когда первый контейнер придет в рыбацкую банду? Я думаю, что в этом году. По факту сейчас фундамент делаем на следующий сезон. Не быстрое производство. 2-3 месяца производства на любой фабрике, что удилище, что лески. Это уже, как бы, знаешь, когда у тебя уже утвержден дизайн, там, посмотрел образцы, оттестил. Типа, все запускаем. То есть 2 месяца делают. Минимум. Плюс там доставка и все остальное. Поэтому сейчас готовим фундамент на 25-й год. Это хорошо, хорошо. Так, вот у Артемия очередная поклевочка. С дальней дистанции. Артемий. Читер. Артемий. Где-то пока, метр 55. Пока я заговаривал зубы Михаилу Ивановичу, Артемий тут втихаря пялит карасей. Михаил Иванович, я сейчас его приду отвлекать, чтобы ты ловил карася. О, глазливый рожа, глазливый. Санчес, красава. Мы расстроились, да. Ну, зови на следующего. Михаил Иванович, глазливый взгляд работает. Ты видишь, Артемий все-таки молодец. По-братски не идет в отрыв, а ждет тебя. Да, с глаз твой хороший. Итак, в соседнем секторе Артемий. Пока мы с Михаиловичем разговаривали, он тут втихую пялит рыбу. Мини-караску. Крупного слил, но хоть маленького-то поймал. Маленького дотянул я. Хороший, хороший. В общем, разминочный караси. Ну, дальше крупнее будет, дальше больше будет. Пока что еще супер темпа нету. Но рыбалка только начинается. Прячь все секреты. Я тебе не, я в телеге веду еще видосики. Я тебя прям сразу шотики? Выложу. В телегу. Сразу тебя выложу в телегу. Сколько у тебя подписчиков в телеге? Да в телеге мало, там что-то человек 700. Сейчас будет 1700. Давай. Где сын мой? Младший твой подписан, красавый, в телегу он, на меня. Ну видишь? Вот, он же пресс-секретарь мой. Понял, понял. Да я так думаю, что скоро он будет твоим напарником. Ну, да, в нынешних реалиях. Ну, пока только учится. Рассказывай. А что, ну, как всегда, не клюет. Как некоторые нам говорят, ты тут порешь, как не в себя там просто. Вот, вот, видишь, вот тут у меня все написано. Сколько там? Семь, да. Из них 2 подлещика маленьких. То есть 5 караска. Это ни о чем. Не, на самом деле, ну, клюет 1-2 рыбы, потом нету. 2-3 заброса нету. Потом 5 клюнет. Вот сейчас, вот, по-моему, 4-й заброс. Нет, 3-й заброс пока не клюет. 2 схода получил. А что вы, этот самый, карпа не зачет, а всякие там варезубы и прочее? Или зачет только лещ карась? Это все зачет, да. Все зачет? Не знаю, я ж не организатор, я не решаю. Как сказали, так и есть. Сказали все, кроме карпа. Угу. Ну, вот видишь, поклевочка можешь снять. Маленькая такая, видишь? Оп-оп-оп-оп-оп. И поклевки мелкие, да? Нет такого, да? Дай попу. Да, нету. Вот сейчас чуть-чуть поерзало. Может вообще вот так вот и 5 минут потом простоять, достаешь, а он там. Ну, бывает еще обманывает маленький подлещик, он там за кончики мотыля дергает. Ну, а так, все стандартно, 2 марта, что там говорить. Слушай, вода холоднейшая. Февральский окон наклевал, отлично, тепло бывает. Когда? Недели 3 назад, когда был февральский окон. А, не, ну, может быть, да, вот, опять, да что ж такое. Да, может быть, в какие-то теплые дни, когда ветерок раздувает, чуть-чуть прогревает, насыщает воду кислородом, тогда, может быть, и он активизируется. Но опять же, где клевало? Леха сидел во 2-м секторе, там на яме, вроде как. Ну, там всегда клюет. Мы ловили с Семеном в 4-м или в 5-м секторе, где-то здесь. Ну, а у вас как оно было? Вообще прекрасно. Я 5 поклевок карпа получил, поймал карпа. А карпа ты на что, на флет? Не, на классику мы ловили карася. А, ну, видишь, вот выход в него был, да. Такой прям. И карась ловился, и подлещ. Тихо, у Семена лещи были такие, знаешь, пару бонусных, такие полторашки. Ну что, как думаешь, подсекать? Есть там рыба, нет? Давай, да еще. Видишь, был прямой эфир, сейчас лайкосов бы собрали бы. Блин. Да дюбчика. Кто больше? Да ну не будет уже дюбчика. Уже либо ждать заново поклевку, еще 2 минуты есть, либо перезабросить. Но может он там сидит. Давай, сейчас этот подснимем, потом сделаем маленький эфир в этом самом, в телеге. Так что, всекать или нет? Давай, всекать. Всекаем.
Нету, видишь? Обманули. Обманул, тебя. Обманул, да. Ну, было, было. Было причем быстро. Обычно так клюет на 4-й минуте. Сейчас вот прямо на полутора минутах клюнуло. Сейчас посмотрим, что с насадкой. В принципе, как карасинные поклевки, они такие. То есть, как бы, вроде как и клюет, и все целое. Угу. Оп. Чик. Бить Максимус, какой секрет использует? Он делает массаж опарышу, да, чтобы он себя хорошо чувствовал и бодро вилял хвостиком. Да, ну, просто я как бы за быстрое, ну, умертвление животного организма. То есть мотыля вот бью четко в голову, вот, опарыша, чтобы он там не мучился, не тонул, убиваю прямо на столе, грубо говоря, в руках. Да, ну, усыпляю, да. То есть как бы все гуманно. Все гуманно, я думаю... Рыба тоже у нас вся выживет и спокойненько поплывет дальше. Поэтому мы за природу. Мать нашу. Да. Ну и даже червяков жалеем. Хотя этих гнусов можно и не жалеть. Мух всяких там. Вот. Но приходится. Это была прекрасная гуманная справка от Максима Викторовича, как обращаться с насадкой. Да, чтобы не было вопросов там от зеленых, как говорится. Все зеленые идут в лес. Да, по грибы. Что там? Без поводка. Никого нет? Без поводка? Артемий, у меня палка вот так просто. Что происходит? У Максимуса обрыв поводка. Здесь у Влада поклевка вторая. После бонусного леща. Видите, только приехал на дым, сразу раздача пошла. И минус поводок сразу. Какая-то рыбка поменьше, не бонусная. Но сейчас каждая рыбка важна. Карасик. Да, так он под саком раз, доставай. Потому что эти еще более скользкие, чем лещи. Вот видите, только подошел к человеку, поздоровался, и сразу поклевка. Да, есть. В этом правда. Ух, дергает хорошо карасик. Ну так как он дергается, да. Карасямба, карасямба. Главное, чтобы не так, как с Артемием. Не, ну нам-то что тебе глазить-то? Мы только познакомились. Это с Артемием у нас давние счеты. Я недавно на ютубе смотрел, вы с Семеном здесь рыбу ловили, да? Да, я же тебе говорю, хорошо ловилось. Я видел, как вы там карпа там поймал. У меня было 5 поклевок карпа. Я 2 поймал, 2 слил, 1 обрыв, 1 сход. И еще потом этого, кое. А большие карпы, Санчес? Я такие, полторашки. Ну, по фидерным меркам прям, кайф, что. Подлещ, что ли? Хорош карась. О, это лещ. Я все говорю. Лещаку завалил. Вот, видишь. Слушай, я, короче, по-моему, его выплакал. Лещака. О, видишь, а я тебе говорил, что такие тут есть. Да. Вот и все, Артемий. Ловил, ловил я карасей. Бах, лещ. Отличный. Да. А я думал, их здесь нет. Ну, ты его лучше всегда держи его над подсаком. Есть, конечно, такое. А под саком, потом без подсака сразу перекладываю в садок. Спасибо за совет. Потому, да, что я в этом деле... Потому что он такой, знаешь, может там типа такой мирный-мирный, потом бах. И погнал, да? И погнал, да. Такой же бронзовый. Хороший. Прикормку ест. Грамм 700. Хороший. Ты видал там, Влад, какого леща завалил? За килешник. Это тебе не вот это мелепичные караськи твои. Ну хоть что-то, блин, так. Клюнул. Мини-карасик. Ну, сейчас камеру приблизим, будет как будто это килешный. Да, килешный карась. Вот так он, да. Ну хоть не сошел, самое главное. Хоть мелкий, хоть что-то. А у Максимуса там карпела клюнул, поводок оборвал. Везет. Ну, живая точка. Всегда там что-то рыба стоит.
Так, ладно. Михаил Иванович. Запялил? Баранку поборол, на лопатке. Михаил Иванович. Да. Пошла жара? Поймал ладошку. Кого? Подлещика. Подлещика? Подлещика. Недолет? Недолет, да. Перекидывай? Нет. Так надо было, да? Ну что, вот такая рыбалочка. Активно. Активно ловят, но не активно ловится рыба. Все-таки было похолодание. Сейчас опять теплеет. Но залетают, видите, бонусные лещаки. Пока что бонусных карасей не видел. Ну, карась есть такой. От 100 до, наверное, 250. Основная масса. Пойдем сходим к дяде Леше, посмотрим, как он там сидит в краю. Сел в край жулик. Привет. Здорово. Тишина. Нифига себе. Ты почти ничего не выкормил, полная банка. По чуть-чуть, маленький кормушка. Заметьте, это лимонад. Не то, что вы подумали. Так, сейчас тихонько постоим. А то, не дай бог, водок запутается. Мотыль вытечет. Задев. Так, посмотрим. Что вам, Саша, рассказать? Рассказывай правду. Правду? Да. В чем правда? Правда в том, что мы вечно тут, на этом водоеме, не в то время. Как всегда, на тренировках раздачи, да? Не-не-не-не. Тут тема какая. Тут надо в нормальное время. Мы либо супер ранней весной, либо супер поздней осень. Ну, к сожалению, не пускает. Ну, это понятное дело, здесь спортивный карповый водоем. Слушай, ну в том году нормально, что там по 12 килограмм или по 14 килограмм. Да, но в том году мы 18 марта нас пустили. А я говорил, давай позже половим. Так, а все, я ну, разговаривал, позже, да, позже. Там и так, ты посмотри, сколько вот этих ваших ребят. Ну, да, там вообще все занято. Ну, так оно бы тут было занято, если бы мы не сидели. Поэтому тут еще с 10 февраля уже карпы проснулись. Ну, как говорится, на том спасибо, да? Ну, в том-то и дело, да. Так, что рассказывать? Ну, караси клюют, ну, видишь, очень как обычно, то есть. Сколько у тебя рыбов? У меня 6 рыбов. 6 рыбов у меня. Угу. 4 карася, 2 подлещика. Мелкие? Подлещики мелкие, да. Глаз сейчас там хорошего завалил. Крупные подлещи только-только, видишь, начали выползать. Хотя я приезжал 10 февраля, когда, помнишь, тепло у нас было? Угу. Ну мы же с тобой были, ну, господи. Да. И тут вот такая вот косюясь конюшина. А что, карпы там клюют у соседей? Да, вот поймали ребята с 11 сектора. Ну, он такой, не крупненький. Килограммчика 2. А так пытаемся что-то удивить. Видишь, тут всякие модные опарыши ползают. Ничего себе, смотрите, в панировке. Да. Красивые. Сахарком присыпал. А то. Вкусненьким? Да. Хочешь попробовать? Конечно. Ой-ой-ой, вообще. Чистый мед? Да, вот так вот сыпешь на батошек. И водичкой поливаешь. И как в детстве, помнишь, черный хлеб с сахаром. Да. Еще и с маслом. С маслом это вообще шик. Ну, иногда и без масла. С улицы прибежал, сахарку бах, водичкой бах. Хоп, и дальше. Пока не загнали. Все, друзья, вы теперь знаете секрет успешной ловли. Да, тут приходится с этими карасями что-то изъеживаться. Вот, видишь, время пить чай. Ага, разведка. Что там, Владик? Батя говорит, клюет у него все, да? Видишь, ему хорошо. У тебя сколько? Да какие 7? Там, говорят, там разведка донесла минимум 10. Я думаю, что он через раз нажимает на свой счетчик, чтобы не подглядывали. А-а-а. Или у него 2 счетчика, один в одном кармане, другой в другом. Может быть. Не, у меня, Владик, 6 рыб, я врать не буду, 4 карася и 2 мелких подлещика. Это мало. Там... там Владик шмальнул такого леща. Из-под легкой руки Санчеса. Ну, лещи, они такие, они очень равняют вес. Сколько у Макса? 7? Ну, последний раз спрашиваю 7, может быть, уже где-то 10. Последний раз это было когда? Час назад? Смотрите, аккуратно там сзади. У нас вообще, я не знаю, вот бах-бах, там карась-карась и все, и то через час. Но я не знаю, вот ребята вчера здесь ловили.
Может, это всех карасей выловили. Ну, прям что-то... В одну точку ловишь? Не, в несколько. Сейчас вот залип на одну, не знаю. Не вижу смысла особо переходить. Пока. Вчера тренировка показала, что ближняк мертвый. Ну, не прям сильно мертвый, но такой. Пока рыба там почему-то тусит. Так что такие дела. Но все равно прикольно. Что, первое соревнование сезона. Да, конечно, кайф, что. Вот, сидим. Солнышко светит. То у кого-то еще там снег по пояс. У тебя тут он девятнашки две. В Волгограде еще лед 40 сантиметров. Да, в Волгограде со льда ловят лещей, там порят. Смотришь, ребята там развлекаются. А мы тут, видишь, пытаемся что-то исполнить. Кайфую уже потихоньку. Мозги выравниваем после зимней спячки. Чтоб чуть-чуть лучше клевало. Чуть-чуть. Так, небольшой караска. Главное, Леха, это рыба. Ну, главное, рыба. Это дальнячок у тебя или что? Перед берегом начал выпендриваться. Это нормальный карасик. Что-то. Нормальный, мирный карасик. Растопырился весь. Грамм 150. Пойдет. Да нет, там железные две сотки, Леш. Не прибедняйся. Так, ты опять вперед вырвался, да? Да. На одну рыбку у меня побаляем. Тут у тебя сейчас 6, да? Да. Макс, конечно, мы там не догоним, но видишь. Ну, как пойдет, если расклюется, можем и догнать. Может, кстати, да. Если ты говоришь, у тебя вчера заглохло, а у меня наоборот начало. Опять. Сразу? Вот этот быстро клюнул. Из минуты полторы, наверное. Дядя Леша уже начинает нервничать. А, конечно, я начал... Да. Потому что опять сидишь... рыба? Да, потому что сидишь еще ближе к пьедесталу, чем Леха. Леш, ну у нас по графику я ловлю. Ну пока видишь, наоборот. Получается. Пока что-то ты пропустил в свою очередь. Да, это у меня Саша разговорами отвлек. Про еду, да? Про еду, да, я аж это... А видишь, да, рыба к тебе пошла, Лех. Ну это моя. К тебе рвался. Лех, давай по-братски мне в садок. Надо же хоть разочек половить. Чуть-чуть. Заглотил прям хорошо. Хорош. Да я как по зубам ударил, у меня все, капец какой-то. Я не знаю, шестой заброс мимо. Хороший. Хороший был мастер-класс. От Максима Викторовича. Смотрите, какой желтый карась. О, хороший. Так Максик упитанный, как ты. Лицо липнет. Оно... Так. Good, good. Good, это good. Смотри, показываю там 75 рыб. Ага. 75,5. Маленький, но мощный. Смотри, вот он съел, да, вот нормально же съел. Че, вот 5 минут он простоялся, представляешь? Хулиганит. Как вот ее место? Еще пасть не хочет открывать. Потому что сильно вкусно у тебя тогда парыш, не хочет его клевать. Ну что, погодка распогодилась, но рыба не расклевалась. Один Артемий. Не унывает, пытается закрыться мелким подлещиком, да. Единичным. Будут плотненькие результаты. Тёма решил. По-спортивному. По-спортивному, не дубинить мощных карасей, а милеписечных рыбок подлавливать. Не, ну на удивление я все-таки
с 20 метров одного карасика поймал. Ага, то есть еще бонусы типа бывают на блинчике. Да. То есть сейчас начинается за полчаса до финиша настоящая спортивная рыбалка. А не вот это подбинивание карасей. Ну я просто иду ва-банк, просто сейчас покормлю, может быть подлещик, и может быть зацеплюсь за карасиков. То есть ну, может, такая думаешь, может подойти, да, несколько штучек? Ну просто дальние дистанции вообще умерли. А ближняк хоть там что-то подергивает, не знаю. Все равно, в принципе, я уже улетел, мне ничего уже... А ты посмотри, что там происходит дальше. Не светит. О, Михаил Иванович там. Ой-ой-ой. После трех лещей решил этого с русла поймать карася. А ну-ка. Ну, это не факт, что это карась все-таки. Он до этого тоже... Это просто рыба. Подсек. А это лещ Санчес, я так понимаю, да, Михаил Иванович? Тянул, а оказалось, что это подлещик на 100 грамм. И потихонечку. Михаил Иванович, карась? Это лещ Санчес. О, Михаил Иванович, стратегия сегодня на леща. Четвертый лещ. Четвертый уже покрупнее. Сейчас, подождите. Не, это караска мощная. Это мощная караска, Михаил Иванович. А? Работает страта? А, нет, это карасик сегодня. Первая караска за 4 часа. Обалдеть. Не просто караска, это караска Санчес. Да, караска Санчес. Подсказал Михайловичу пару фишечек. Фишечек. И сработало. Где-то раньше был. Давай еще одну туда же. А сколько нам нужно? 18 поймать? Да, по если... По теме обогнать. Это сейчас как бы, ну ты просто попал еще не точно. Да. А сейчас прям в точку упадешь, и там она вся там. Сейчас я очень аккуратно нахожу. Давай, и максимально в точку. Максимально точно. Оп. Оп. Сопля какая-то нехорошая. Сопли выкидывай. Оп. Движки. Оп. Давай, давай. Повторим. Ты решил не повторять? Решил повторить так это. Соус. Да, один карасик за 4 часа это вам. Все, давай, Иванович. Четкая страта. За да. Полчаса сейчас будет пялить. Просто. Ну то Михаил Иванович как на бог фибера. А пока там Михаил Ивановича снимали, я уже 2 микроподлещика поймал. Два штуки? С полладошки. Ну, неактивная рыба, тут ее не сильно много. Вот. Надежда все-таки на карася, что он все-таки выйдет по ветру. Ну, за 15 минут до финиша? Ну, это навряд ли, да. Ну, смысла нету, далеко кидай, как бы там. Там в основном вдалеке были поклевки. Попадаешь под нос до минуты. Поклевка. Если дольше ждешь, то смысла нету. Так что вот такая у нас рыбалка сегодняшняя. Трудовая. Ну, у кого-то трудовая, у кого-то нет. У кого-то вообще нет. Ну, можно так сказать. Ну, Михаил Иванович так ремень. Он даже от своей стратегии ушел. От ловли леща. Он все-таки закрылся карасем. Это дорогого, конечно, стоит. Причем дрил какой карась. Ну, да. Зачетный. Я думал, это подлещик. Какой-то он там светлый показался. А Максимус там пялит. Ну, Максимус сел в тот же сектор, где он в пятницу тренировался. Он даже с клипсы не снимал. В принципе, опасный он, Максимус. И самый первый начал ловить. Опасный. Опасный Максимус. Что-то на камеру не хочет клевать. Спортивная рыба твоя. Там что-то прижало. Там же еще крючок тут такой карасевый. Ну да, как бы не на микроподлещиков. На всякий случай. Будет обидно, если клюнет карась. Что за крючок, кстати, интересная форма? Ну, это этот, понтон. Понтон 21, 502 серия. Понтовый? Да, тефлоновый. Вроде неплохой крючок. Или все-таки надо забросить на дальничок?
разок под конец. Ну давай, если сейчас не клюнет, тогда на дальняк. Его надо поддубинивать, получается. Он такой неактивный. Мотыля даешь, он там копошится в нем. Получается такая точка. Снимаешь одну-две рыбы, и потом она замолкает. Минут на 10-20 отпускаешь. Потом приходишь с первого заброса, ловишь там густерочку с полладошки. Потом она опять замолкает. И нифига. Небольшая рыбка. Значит, ну что ты мне повесил там? Так, Максимус не сдается. 20 минут до финиша. 18. Говоришь, ему нужно поймать две рыбы. Ну, чтобы примерно быть. Что за призы бороться? Такие. И тут, смотрите, тут Влад. Есть, да? Ну вот, видишь, тут, блин. Влад тоже не упускает свое превосходство. Короче, тут какая-то раздача прям лютая. Как было, Санчес, две рыбы, так они и остались. Ой! Ой-ой-ой, какой жирный карась. Уж, видели, мастерски. С первого раза в подсак. Хороший. У Макса упитанные караси, отборные. Так. Это видишь, с внутренней стороны, блин. Тоже неплохой. Конечно, с такой модной поводочницей грех не ловить. О, первое место в личном зачете. Кубок Таганрога. Мощно. Мой третий разряд. Мощненько. Нешуточная заруба. Так, ну что, Максимус, надо ускоряться, темп. Да он еще мне крючок разогнал, прикинь, пока я доставал. Че ускоряться, Саныч, ну куда ты? Торопиться надо не спеша. Надо было раньше ускоряться, не сейчас. Ну что? О! Вот так прекрасно. Вот так прекрасно рыбачить, я вам скажу. Красота. Ну что, сейчас будет самое интересное, взвешивание. Ну что там, батя выиграл? Не знаю, сейчас будем взвешивание смотреть. Все. Да, все бодрой походкой идут в крайний сектор. Вот тут рыба была. Ну. Два. Полтора. 1480. Слушай, эти ростовки, я не знаю. Один говорит, скажи им, чтобы 20 рыб там было. Вот он, несколько. Там что-то еще. Ого. Там что, рыбы у тебя? Ну, один кабаняка, да? На бекиш не было у вас? Там что, с десяток у тебя. Мужики нормальные. Нормально. Да иди, там десяток. Нормально, а что там, 250 грамм точно. Ну вот, трех. Прибеднялся, ходит он, хихи, ха-ха, блин. 3,985. Хороший вес. Ну, видишь, нормальный. Да, да. Вот это очки на двоих. Ну, ученик тебя превзошел. Полтора. Да. И побольше. Кило 975 это все. А, ну там хорошие караси. И плотва там. 400 грамм. Весь шершавый, весь и клюнет. Какой сектор? О, не.
3985. Сколько у тебя? 3985. Нет, 3980. Ну, можете этот самый, я не знаю. 3985? Ну вот, 3985. Нет, у Супорева 3985. А я 1180. Значит, плохо ты писал. Все, отлично. А тут рыбы-то, ё-моё, Викторович. Ну что ты, Александр, дядя Вову 1-1 обыграл? О, ни хера там, сыротка, да? Ну что, дядь Вова? Конечно, обыграл. Максику. Чуть-чуть, блин. Чуть-чуть, на 50 грамм. 3935. Одного карася, да. Третье место. Бля, обидно. Косарь. Сколько у тебя рыб? На жареху хватит. 16. Ну все, давай, ставь. Давай вернуться. Сам будешь вешать? Да Миша, что ж вы? Да мне это уже не светит, что у меня вдруг. Ну 3500 ты поймал. Третье место. Кого? Мне 4 килограмма. Почти. Ну что там? 2, 3. 3.025. 3.020. Третье место пока за тобой. Ну, блядь, нет. Давай. Ну, все равно не спасет. Ну как не спасет, давай. Ты на леща, что ли? На копчушку. Ну, по зубам, я там ударилась. Ну, это сход был там. Я это не считаю. А, Леха, ты 1425. Ну что, было прикольно, валидольно. Где-то местами весело, где-то грустно. Вот, но ничего, прикольно, состоялось. Нулей, слава богу, нету. Все, что как хотели, это? То поймали. Михаил Иванович, почетный 560 грамм записали. 4 рыбы он поймал. Вот. Интересное взвешивание у нас произошло. Борьба прям такая. Одинаковое количество баллов. Ребята решили, что первое-второе место просто по-братски объединяет и делит пополам. Честим. Давайте похлопаем. Ребята с Ростова приехали, залетели. Без тренировки человек залетел. Вот. Третье место занимает почетное Макс Сологуб. Да, давайте ему тоже похлопаем. Вырвал! 50 грамм, как обычно, проиграл. Но ничего, у него и такое часто бывает. Ну, хотите, четвертое место Вова Шальдо. Пятое место Артем Ковалев. Шестое место Харитонов Андрей. Седьмое Белесев Алексей. Восьмое Басов Юрий. Девятое место занял Баско Евгений. Баско, правильно же? Баско Евгений. Да ладно. Десятое место Алексей Салуи. Правильно? Вот. 11 место у нас Казимиров Роман, 12 место у нас Соколов Евгений, 13 место Лопушинский Михаил, надо его поздравить с этим, и Блохин Александр, 14 место.